Ребят, привет! Часто задаете вопросы, а что же будет на перезагрузке, не ретрит? Это в Сочи после основного ретрита. Да, во-первых, туда можно будет приехать как после ретрита, так и ребятам тем, которые по каким-либо причинам не присутствовали на ретрите. Что это такое? Это продолжение себя, честности себя. Очень многие любят говорить о том, что любовь спасет мир, все такое любовь, все такое красивое, нарядное. Но не бывает любви без честности. Если нет честности, то это не любовь. Не может быть по-другому. И что такое перезагрузка, что такое не ретрит? Это глобальный поход самого себя. Да, это будет в моем поле. Да, я буду вас вытаскивать, да, это будет больно. Но эти 3 дня, они перевернут вас, выведут вас к вам. Это будет некрасиво. Это не будут бабочки в животе. Это не будет что-то такое, о, я вот этого не видела, оказывается, это все существует. Это будет глобальный мир такой, какой он есть. Ужасный или великолепный? Да никакой. Он будет тотально честен. Это другой мир. Вы в нем не были. Готовы идти туда? Тогда присоединяйся.